Здравствуйте, друзья! Это группа Грот. Рады сообщить вам, что наш альбом практически готов, и в преддверии его выхода хотелось бы немного рассказать о нем. Сначала мы планировали релиз на весну, но мы почувствовали, что работа более глубинная в этот раз требует больше времени, больше ресурсов, и решили, что все-таки лучше отложить на осень, чтобы не рисковать качеством. Также мы в этот раз решили провести необычный для нас эксперимент. Мы решили демки никому не ставить, то есть альбом на данный момент слышали только те, кто над ним работал. Если говорить о самой работе над альбомом и чем она отличалась от работы над прошлыми альбомами. Раньше было все более похоже на хобби, то есть нравится минус, нравится тема, раз написал трек. Сейчас это более детальная, более кропотливая работа была. Что можно сказать о настроении альбома? Основными тегами, наверное, будут вдумчивый, такой осенний, спокойный. В общем, те, кто ждут детей в пакетах и матерей пьяных, выкидывающих из окна эти пакеты, то они, наверное, не дождутся подобного. Мы в этот раз заметили, что альбом наш нынешний по настроению похож на тот рэп, который мы сами в детстве слушали, выбирали для себя. Из всех коллективов, которые были тогда в топе, на слуху, мы выбирали самые, можно так сказать, философские треки, где много размышлений, но в то же время сказанные бытовым языком, понятным нам самим. Нам нравился тот рэп, который, наверное, не дает ответов, а все-таки вызывает больше вопросов и заставляет искать ответы на них. Мы даже представляли себе идеальную картинку, как человек будет слушать этот альбом. То есть это именно наушники, плеер, это осень, первые холода, первые дожди и долгая дорога наедине с музыкой, наедине со своими мыслями. Теперь о смысловом наполнении. Как можно было проследить с нашего первого EP, никто кроме нас, каждый новый альбом мы менялись, менялась точка зрения на вещи, менялась подача. И каждый альбом мы говорили о том отрезке пути, на котором находимся. И грядущий альбом также является новым витком, новым шагом. И на данном отрезке, на сегодняшний день, нас больше всего волнует проблема разрозненности. То есть очень много информации сейчас благодаря интернету в свободном доступе. Молодежь выбирает для себя какие-то концепции, пути следования. И после этого начинается вот эта вот грызня, чья правда правдивее. Поэтому мы надеемся, что этот альбом повлияет на развитие способности у слушателя смотреть на мир и на явления в нем с разных сторон и с разных точек зрения. Именно это поможет нам не мериться друг с другом эго, а увидеть полную картину и наиболее важные проблемы. Релиз альбома состоится 12 сентября. Скачать его вы сможете на нашем сайте grot55.ru. Первая пятерка презентации пройдет в нашем родном городе и по традиции в четырех столицах. 28 сентября это будет город Омск, 4 октября Петербург, 6 октября Москва, 11 октября Минск и 12 октября Киев. Ждем всех и каждого. Увидимся, услышимся. До встречи.